Всем привет, дорогие друзья! С вами Украина, город Киев. Сегодня у нас днем нулевая температура, и вышло большое количество людей, чтобы покататься на санках, на тарелках. Смотрите, сколько детей, все резвятся, как замечательно слышать детский смех. Вот такой вот у нас, друзья, заснеженный парк. Я думаю, в принципе, и в ваших городах тоже снег практически везде, так как сейчас уже декабрь месяц. Поэтому никуда от этого не деться. В принципе, зиму не все, наверное, люди любят, но зимой детская радость, можно так сказать. Вот мы сейчас с Алиной едем в центр посмотреть на елку, да? Да. Поздоровайся хоть с нашими друзьями. Всем привет! Я не очень люблю такие места, говорю сразу. Да, сейчас мы поедем в центр, посмотрим, что же там у нас за елка в Украине. Центральная в городе Киеве. Самая должна быть какая-то большая, более-менее такая самая... Помню, в прошлом году была такая большая. Это точно. В том году была вообще, конечно, елочка такая себе. Скромненькая, ну, можно так сказать. Да. Ну, в этом году, как говорят, на деньги меценатов. Вроде бы они говорили, что государственные деньги туда не влаживались и... На деньги меценатов там должны были сделать нормальную елку. Ну, типа как какие-то организации, которые делают, поняла, как говорят, добро для людей. А организации эти кто держит? Олигархи Украины. Кто же еще? Вот такие, друзья, моментики. Ладно, друзья, это так коротенькое видео. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Так что сейчас едем в центр. Ждите до следующего видео из центра Киева.